Ты гангстер и под хаус бит, совсем не свербит, наоборот, качать свистит, как чайник мой гус уша. Все зашли? О, фига у нас. О, да, 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 все, прятаться надо. Бежите на экранчика, посмотрите на экранчика. А зря это, что это? А что на мне? Антик, у тебя идите, прячьтесь, у нас 40 секунд. Там люди бегают какие-то, хуя их, блядь! Мы за 40 секунд выйдем, идите прячьтесь. Ты нашел что-то? Кто у нас дверь открывает через 4 секунды? Короче, не ебашка. Встань туда, закройте дверь. А, бля, тут, сука, скример был. Ран, ран. Если мы спрыгиваем, окей? Нет, нам нужно их найти по карте. А что у меня тактическая граната, это что? Есть, это типа ты сидишь на подсвечивается, только не трать сразу, не трать сразу. Пряси вот так вот, трать сразу. Смотри, можно в подвале. А ты уверен, что они в доме? Ну, здесь кто-то есть. В коробке можно сидеть? Че ты за хуйня? Ты че, ёбка? Быстро, смотри, подойди сюда, развернись. Смотри, есть такие штуки, как нычки. Типа, если ты можешь упереться куда-то в стену в определенное место, и ты пройдешь. Вот, у нас чел. У нас чел за стеной. А что было строго? Я не знаю, как херня вылетела, я обосрался. А вот и куда? Алло, челы с говном рубят. Спасибо тебе за все. Ааа! Вас трое ищет, один. Че так, кочурился? Ребят, верните. Погнали дальше искать. Смотри, пусть Бустер первый проходит во все новые места. Смотри, я могу предположить, что в доме точно кто-то есть. Мы идем, открываем здесь. Тихо, пикантик. А почему нам скримеры тоже дают? Мы же мутанты, блять. Нет, здесь не важно для кого. Смотри, кто там может в доме поискать? Сколько пищи в доме? Шкаф прозрачный! А, здесь никого. Расчел сверху, расчел сверху. Иди сюда, бустер. Бля, сейчас какая-то хуйня будет, бля, буду. Да, мне тоже так кажется, слышь? А что вы ссыте, блядь? А что их делать? Что-то? Здесь кто? Здесь сбегал кто-то наверху. А вы уверены, что нычек нету здесь? О, блядь, наверху, говорит, хватит! А какая задача? Они должны прожить 8 минут? Да. Ну вообще надо было поменьше чуть-чуть поставить там. Ну пофиг. Не, нормально. Так, о, нычек, попал! Не, а, это. Не, это наш. Не. Строго ищи. О, там еще такой здоровый дом, смотри, дай. Бля, блядь. Смотри! Я не слышу тебя. Че, ничего здесь нет? Пошли за мной. Ебем их, братан. Есть такие приколы, типа телепортов, но их нужно знать. Смотри, допустим, вот на этой карте есть телепорт, это наша следующая нычка, вот сюда, смотри, запрыгиваешь. Вроде. А, нет, нихуя. Охуенный телепорт. Ебать телепорт, братан, блядь! Реально. С одной стороны на другую телепортировались. Антик, ты куда? Антик, ты куда? Я нажми или... Хотя бы. Что ты сделал? Что я ничего не делал? Я просто прыгнул. Во, да, вот, подпрыгни, нажми Е. Видишь? Next round мы можем пойти, ну похуй. Пошли дальше. О! Пошли обратно на мотель. Пойдем в этот дом. Лучше типа разделяться просто. Пойдем. Зерка убили, он что, в следующий раз будет нас водить? Или нет? Нет. Водит тот, это типа, ну, кто хочет, тот водит. Вы меня не найдете, я типа слишком умный. Ты просвечивался здесь, ну типа ты на карте у нас показался. И типа был. Лох. Мага, может я опять сейчас могу прийти, мага? Вот, кто-то просветился. Пошли, бустер. Выйди на улицу. Ага. А вы уверены, что есть никого? Смотри, кину гранату, и смотри, у нас чел покажется. А, я увижу. Оооо, чё ты долбай, на нахуй, ёпта, Генсулю в попу оттрахали, бля. Ой, смотри, ещё кажется, кого ебу. Не? А почему вы соскали? Три, погнали, ещё здесь локация, это церковь, пошли за мной. Идёшь за мной? Мага обосрал, слышь, мага, да, он понял, что мы в церкви. Да. Слышь, а где-то есть, можно на улице набраться, не знаю, может быть, в кустах там, блядь, или на дереве. Да, но это не выгодно. Вот, на крыше. Да, все такое лучше, блядь. На улице, потому что, типа, на карте может просветиться. Лучше в нычках плавать. Либо места, где... Смотри, вон мага где-то там, на крыше. Ну, допустим, вот здесь, по-моему, телепорт. А чё больше скримеров нету? Типа, все не будет больше? А, у меня, короче, учила сколько на голову. Я вижу чела. Пошли, здесь, по-моему, как-то можно забрать. А, это хантик, если две полоски, этот хантик, у меня тоже от него поверило. Я их доебал, хантик, я их доебал! А строго это кто? Хуйло, бля. Бустер! Пошли обратно, там чего бегает по улице. Лови его, братан, ебем его в рот, блядь. Погнали, там чел по улице бегал. Заползу. Убегай, хантик, убегай! Спасибо, брат. Я в камнях. Илюха, ты все нычки знаешь? Но на этой карте я не помню, типа, но у меня есть на карте, где я просто знаю нычки. А вот тут мусор. Вон чел бегает, видишь, чел бежит. А, вижу, ну чё ты? Иди сюда! Ну чё ты, хуй лучше, блядь. А чё за ним, он чё, на этом, на поводке, что ли, блядь? За перчаток, это баг.
Ты такой пиздец, ты такие скримеры нахуй. А он... Тут ебись, долбоёб! Иди нахуй! А у меня нет скримеров. Мага, ебать, ебучий! Хватай его за жопу, ёбка. Распылишка пошла. Распылишка ёбнутая нахуй. Мага спалился, всё, я его вижу через стенку. Чё ты боишься, спрячься? Прячься, 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 квикхантик. Квикхантик, брат, ты не сможешь. Смотри, тут ещё, побежали за ним. Ничего мы постепенно догоняем. Какие у тебя воспоминания, если я скажу CS GO Roll? У меня, например, то, что это один из первых сайтов по CS-ке, если не первый. Да. Именно они сделали свой сайт до того, как это стало мейнстримом. Ты представляешь? Если ты еще не играл на сайте CS GO Roll и не зарегистрировался по промокоду ROFLS, ссылка на который в описании, то ты просто тратишь свою жизнь зря. Ведь мой промокод дает открытие 3 кейсов бесплатно, и это отличный шанс урвать скины на пустом месте. Цепляйся за эту возможность. Прямо сейчас я открою 3 кейса, дабы показать вам, насколько все легко и просто. И давайте быстренько. Первый мы откроем быстренько. Раз, и что же у нас будет? Так, нам падает АК-47 и достаточно хороший дропчик за $72. Давайте теперь не быстро, а откроем нормально этот кейс. Давайте откроем же. Мне реально нравится, как она прокручивается, но мне тут падает. Окей, АВП, и мы его продаем за 15 баксов. Давайте теперь откроем какой-нибудь кейс подороже, это будет у нас... Например, вот этот. Это safety net и... Это перчаточный кейс, как я понимаю. Давайте попробуем. И что же у нас выпадет? У нас падают, в принципе, неплохие перчаточки. В принципе, неплохие перчаточки. И мне, в принципе, нравится. Я думаю, перчатки и... Авик я выведу, поэтому давайте перейдем дальше. Отличный дизайн, многофункциональность и быстрый вывод скинов сделают твою игру просто невероятно увлекательной. Это сайт, на котором поднимаются многие популярные блогеры и стримеры, в том числе и я. Не упускай свою возможность и присоединяйся к нам. CS GO Roll, ссылка будет в описании. Приседай, нахуя. Бичикс, это HDVIN. Да, мы, они нас не спалятся, они даже не додумались, что мы сидим так же, где только что они убили человека. О! Из ГТАшки мужик ёбнулся. Бустер! Где? Сосачий гол ёбаный. Дай мне подсказку, что мы в церкви сидим. Да заткнись! Он пиздит, он пиздит. Что они не найдут проход этот секретный. Тише, они не найдут. Вот сюда вниз спустись. Вот туда. Я на минуте подскажу, где именно мы сидим. Да, кстати, ну, типа, в идеале, чтобы вы нам подсказывали. Ничего не было? Не. В конце. А, я походу здесь... Стримеры разные, Где эти уёбки, блядь, здесь, кажись, реально нет. Тогда они не смогут пить бисик, сможешь слева вот это... Понимать, где-то Е, где-то телепорт, может. Ещё тут тема, Илюха, заткнись. У нас нет телепорта никакого рядом. И кнопки нет для телепорта. Блять, я где-то помню, церковь. Илюха, у нас в церкви нету кнопки для телепорта, она не зеленая, не круглая. Да тише, все, не подам. А может, мне не надо играть за миника, потому что я знаю все нычки. Я не знаю все нычки, дядь. Скиллзор ванна, если что. Опа, скиллзор ванна. Это где? У меня нет зеленой точки на карте. Ой, зеленой кнопки, не надо за книгу. Я не знаю, куда она меня телепортирует. Ванна. Минута останется, скажите подсказку. Я в ванной! У меня вид с окна телепорт. Вся стенка в дресне. Да она наебала тебя. У меня вид с окна телепорт просто, блядь. У меня вид с окна, окно. Лава, она наебала. А как вообще проползти? Не пиздите, суки, блядь. Там еще одна ванна. Еще одна ванна. Он уже убежал. Да она наебала. Он не бежал. Да, наебала. Че, обосрались? Вылази, уебан, блядь. Где ты, блядь? Как здесь труп? Это он что? Модель, церковь, либо дом основной. Илюха, трупы, говорю, вот вижу трупы перед собой. Два трупа. Говори подсказку, мотель, либо дом основной, либо церковь. Я не шарю, я тебе говорю, два трупа, Илюха. Передо мной два трупа просто. Да. Один в кровище еще прям пиздец. Он как будто в гробу. Гензух, он реально думал. Смотри, Бичикс, бегут, вон они! Вот
Тихо-тихо. Они у меня 40 секунд, они еще и убить. Я не знаю. Они на мне. Да! Не, бистикса не найти. Илюха, на что надо нажимать? На Е? На Е, да, чтобы телепорта. Смотри, один труп, второй труп, два трупа. Короче, бистикс как будто на крыше. А вот ванна. Да она наебала, я же тебе говорю. Не пизди, я чую нахуй. Я уже где-то, я уже нащупал след, блядь. О! 20 секунд, у меня три черепа и какая-то штука, я которая... Я здесь пряталась. Пророч. А, ты тут была? Которая просвечивает, да? О, я кидаю ее. Сука, мага, блядь, еще говорю. Я кидаю. Все, я найду, блядь. Я кинул. Ебать. Че минус моду стал? Че, их забанили? Я кидаю вам. Бля, ебать, банят нахуй всех, пиздец, так даже стрёмно, бля. Ааа, они были, блядь. Здорово, Илюха, это где они были, где они были, брат? Я был в сене, я был в сене. Ебать, я вас выебал, ой, бля. Я как самый умный игрок, прибежал просто к ним. Давай сотрудничаем. Давай махнёмся. Сюда быстро. Ой, бля. Беги за мной, я сзади. Куда вы бежите? Смотри, смотри, мы же видим отсюда, куда они бегут. А для чего нам эта XL штучка? Это она X-ray, типа. И только не сейчас кидай. Сейчас? Нет. Сейчас? Сука, сотри на свое лицо. Вот сюда, быстро, иди сюда, вот сюда. Сейчас? Вниз спускайся. Саша, ты знаешь мой скин? Ну что, ребята? Я без запила за спиной, и ты в маске такой на скинка, типа, блин. Да. Какими дебильными руками еще. Погнали спать. Ебан, блин. Ты такой, конечно, лох. Блядь! Убили, я фокашил. Да, блядь, я нихуя не понимаю. Стасик, не туда. Килзор, ты такая крыса. Нет! Ну ёбки ёбаные. Скримеры вообще ёбнутые. Кого это скримеры, девочка? Они вас боятся или вы их боитесь? Что, ребята? Я их боюсь. Они меня боятся. О, блядь, орёт, сука. О, слабый. Сюда. Висикс, смотри. Ладно. Спалюсь в ВХ, но Висикс. Не надо, дотнись. Я просто спрятался в какую-то точку, в самую первую, которая не попалась. Марк, правее, брат, правее. Они вас не найдут. Рокси, спасибо за скрипсу. Я типа попался, правее, правее. Рандомно. Я бежал, и как-то зашел, а выход закрыт уже. Я даже не могу. Блядь, тут карты два слова. Они чуют запах твоего немытого члена. А что так шумит? Илюха, долбоёб, нас пугает, бля. Он сейчас с ума сошел, нахуй. Илюха, это мешает. Ты мешаешь. Илюха, через санпад нахуй. Ты чё, дурак? Гигантик. Охуеть. Бля. Быстро выйдет. А почему у нас Зарка опять мёртвый первый? Ребят, если вы кого-то найдете, все не трогайте, блядь! Стой. Стой, не трожь меня, да, выпусти. Давай договоримся. Блядь, Квика... Стой, дай я уйду, дай мне уйти. Блядь, Квикантик, урод, за ним полоски, нахуй с ним связался, блядь. Сука. Отпусти меня, Илюх. Вообще никого не вижу. Дай мне шанс. Спасибо, Илюх. А, ты там Гинцуха ищет и скиллс, они никогда в жизни не найдут, это же фул камни. Не-не-не, ты дурак, я убил первый, блядь. Там только Илюха из-за того, что все нычки знают, может. Я Зарка убил, алё, блядь. А я все нычки. Зарка ФК-стый. Я пока что ел. Какой ФК, блядь, он за камнем спрятался, это его нычка была. За камнем. Попробуй меня найди, урод. Не понял. Попробуй найди меня, урод. А у кого бензопила за спиной? Попробуй найди меня, урод, блядь. Попробуй найди меня, урод, блядь. Он раз десятый уже сюда поднимается. Давай, пробуй меня найти, уёбок. Все туда-сюда поднимается. Это ты в холодильнике. Легко пиздеть, бля, сложно найти. Много спалил, решил убежать. Это не я за холодильником, нычка, где по кнопке открывается. Найди меня, блядь. Ты не сможешь, ты не знаешь. Ребят, блядь, я в церкви застрял, помогите. Стоп, ты спавн заблочил, лол. А? Ребят, я застрял у вас на респе, тут еще эти гранаты осветляющие. Охуеть, это ты, Ваня? Ребят, помогите. Да, чел знает нычки, говорит, я не знаю нычки, просто подошел. В чем смысл с Илюхой играть? Не-не, я, ребят. Так чел зашел, меня убил, потому что нычку знает. Ребят, застрял в церкви, помогите. Экзарх предыдущий раз в этой нычке. Да, меня в этой нычке убили. Ребят! Лох. Илюха с говном рубит. Застрял. Лога, ты кокос. А я за маньяка, я прячусь, блядь. Кокос. Застрял в церкви, ребят, помогите, ради бога. Ебать, я сейчас дотстер. Ради бога. Лобстер? Дотстер. Хуйстер. Вы знаете, где бустер сидит? Нет. 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 Если бы знали, блядь, нашли бы. Не сдавай меня, крыса, блядь.
Это везет. В какой-нибудь хуйне, блин, под домом. Каким под домом, блин? Под дубом, может? Под фундаментом. Фундаментом. Слушай, значит, ты плохо чекал церковь, блядь. А, пусть ты класс остался. Тут одна церковь, не, нет? Не. В какой церкви ты сидишь? Не. В обычной церкви. Я все прочекал. Он на крыше церкви сидит, где я сидел. Я в церкви, блядь, прочекал. Он пиздит, блядь, сейчас мы найдем его. С того раза мы не нашел, что где-то, блядь, на краю карты. Не, мне реально кажется, что он в церкви. Нет, нету, я вот. Он бы не фейковал так. Я все прорезал уже здесь, блядь. Алло, меня слышно? Класс. Алло, алло. Мы сейчас тебя свалили, забей. А, алло, куда едем? Пошли, да? Как люди? Ебать хуйло ебаное. Блядь, урод, блядь. Слава! Слава! Слава, гади! Бля, урод ебаный! Я не понимаю, как Илюха каждого находит. Да потому что он заиграет эту карту за это нычки, он просто на плюс. Ну пусть тогда за убийца не будет. Дайте пробу за убийцу. Он спрячется. Давай, пусть прячься, хуйло. Мимо меня два раза либо Генсуха, либо Скилс, как Додик. Пусть Квикантик, пусть Квикантик, слышишь? Пусть Квикантик тоже за маньяка, у него вот эти полоски ебаные, у него везде палят, блядь. Оп. Дядь, сними перчатки, нажми инвентарь, сними перчатки. У тебя перчатки. Да. Куда ты идешь, ёпта, блядь, тоби пизда, реально. Ух, ё-ё, чё за... А, Генсухина башка. Ты знаешь, хочешь за маньяка быть, я перезайду. Да-да-да-да-да, давай я за маньяка. Запускай, брат. Да, ну всё, я все самые жёсткие. А Квикантик родится? А, балдёж. Блядь, у меня есть нычка жёсткая, нахуй. Прячься, ё. Беги, беги, туби пизда, реально, блядь, я тебе, блядь, буду без пизды, блядь. Давайте только маньяки не должны вместе бегать, должны разделяться. Чтобы интереснее было. Бля, здесь какая-то нычка такая хуйня. Стоп, стоп, я ее находил. Строго, ты такой, конечно, оригинальный, прячешься прям на респе. Да Строго это забей, он вообще играть не умеет. Что ты понимал, я с крыши убежал. А, стой. Прибежал к тебе на респу. Смотри. Это я придумал, я первые карты сделал, это самая лучшая тактика. Ебать, здесь 500 доматный сок, я ебу. Ой, прошу. Там такой телепорт жесткий, пиздец. Да. Погнали, мужики, бля. Им пизда. Не говори, какой телепорт, заткнись. Ух, ебать, бля, я обосрался. Что-то обосрался, нахуй, крепыш, бля, ебаный, бля. Вон, на крыше один, на крыше. Да, я вижу. И один на втором этаже, я нашла. Идите сюда. Блядь, пиздец. А, блядь, уебище ебаное, блядь. Иксайл. Иди сюда. Второго сюда, блядь. Ебать, Иксайл 0, слышишь? А, ты, блядь. Ебаное. Какую хуйню, я ж был в подвале уже скример, блядь. Ебаное, блядь. Я, кстати, еще ни одного скримера не слышал. Че за вылази, бля, Эксайл, уебок, бля. А, не, бля, был. Ты тут, нахуй. Иди-ка сюда, бля. Здесь? Ебучая хуйня. А зачем мне пишут на Е нажимать? В чем прикол? На Е телепорт. Некоторые нычки на Е нажимают. Е это ты... Да, понял? У тебя на какую кнопку дверь открыть в игре? Ну не помню, я не открываю дверь. Ну вот на какую дверь ты открываешь, так еще да? Или на Е? А, где на Е? Да блядь, это где было? Короче, тыкай ту кнопку, на которую у тебя дверь открывается по стенкам, у тебя нычки могут открываться какие-то. А что тебе надо? Я кушал. Пиздец, ты прячешься, я ебу, блядь. А ты меня видишь? Ну конечно. А как? Подожди, я мертвый, блядь. А, ты наблюдаешь, а чё я прячусь от тебя? Вылазьте, уёбки вам, пизда, блядь. Сань, ты тупой? Это пиздец. Так мы троём прячемся. Ну, они троих убили, мы троём зарк остались. Я, ты и Строго. А? Ну один на втором этаже, другой на крыше в доме. Сейчас там горнычек делаю. Сука, где эти мои падлы ёбаные? Левей. А, блин, на крыше один. Это кто здесь, бля, качурился, ебать, джентльмен, блядь. Ещё. Не, сейчас бы назад немного, ты опять пишешь. Тебе всё равно будет видно, кто голову видно всё равно всегда. Я не знаю, у меня Зак за стенкой передо мной сидит, он не понимает, что его... А можно кидать эти гранаты ебучие? Здесь какой-то уебан, слышишь, срёт нахуй. Да я кушаю! И чё, бля, мне это ебёт, ты думаешь, маньяка это остановит, бля? Дай покушать. Сюда, иди, покушай мои смегмы, бля, жрём его нахуй. Дай, пожалуйста, ну дай покушать, ну не убивай. Иди сюда, туби пизда, бля, ты будешь мой пенсил, бля, пенсил. Давай, ладно, беги, похуй. Боже, блядь, он привёл просто маньяка, бля, к типам.
Бистикс, это такой Додо, блядь. А чё это за дом-то? Нет, это чё, я-то убежал уже отсюда. Спасибо, блядь, спасибо большое. Блядь, Зарк, это такой Додо пицца, нахуй. Да я кушаю, чел. Это пиздец, Зарк просто всех подставил, блядь. Ой, бля, какой же ты хуй. Я хуею, блядь. Нет, Зарк, это уёбище, чел специально бежит к нам, это фузл. Можно? Я просто бежал. Ты типа бежал. Поставил Зарк. Не убивай меня, Зарк справа, иди за мной, я тебе к Зарку. Давай, давай, давай. Бип, не дри, 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 не дри. Ну чё, Зарк, нахуй? Сейчас я схаваю, слышишь? Пожалуйста, и прости. Гидзуха, иди ко мне, Гидзуха. Я реально не хотел, я реально не хотел. Я по запаху не мытый жопы, бля, Зарка иду, ёпта, бля. Извини, извини. По запаху его засохших, бля, баребухов, ебать, просто. Пожалуйста. Ты зайдёшь в трува, и я тебе покажу прикол. Куда зайти? Трува, когда... Ну, зайдёшь. Да пошёл ты в сраку, да почему ты бежишь за мной? А чё, у меня все мне не ким, а Фити АФК, что ли? Не знаю, ты кинь эту штуку, чтобы... Не-не, я тут, я просто ищу. На карту ты заспотил. А чё ещё? Вот он, в смысле, он за ним бежит, Слава, беги, Слава. А, да? Ах, стоп, а кого Слава просто за ним бежит, ну стоп. О, мужики. Дай покушать, донстер. Да, блядь, почему вы... Заходи за КТ, я прикол тебе выгляжу. Давай. Я тоже спрятаться хотел. Наташа, или нет? Гоу последнюю, я в кто я пойду, мужики, блядь. Давай. Маньков, кто зайдите? Я уже, Мама. Да, зайдите за Маньков. Кто ни разу не играл, зайдите, зайдите, вообще балдеж будет. Мага, а вообще нужна ложная гранта, типа, чтобы Мага, свой типа, ложный типа, след оставить? Я оставить. Не хочу Маньком. Хотя, ладно, давай-давай, я Маньком зайду. Это за котель, это ты? Все уже. А что случилось с Модусом, реально? За телепорт? А-а-а. Быстро, брат, иди за мной. Давай. Вернись, пошли. Наташа, иди за мной тоже. Нахуй ты ее кинул? Главное, квихантика не бери с нами, слышал? А, он за этих, за монстров. Я прикол покажу. За монстров. А я смотрю, прикол, хотят увидеть дохуя народ, да? Соберите роботи скримеры. Так. Смотри. Го за мной. Сюда. Кстати, го за мной. Нам надо просто перекрестным огнем убить. Ебать. Место отдельное от карты. Ебать, писка, дядь. Иди сюда, иди сюда. Ебать, глядь, смотрите, да, смотри. Да, потом Илюха говорит, что не задрот этой карты. Смотри. О, а Илюха-то у нас пиздоболом оказался. Здесь есть телепорт. Вниз спускайтесь. Куда, куда? Я не понял, какой низ. Типа тут обратно, да? Да, если выбежишь, то... А в чем мы делаем вообще? Я не понял, запутался. У тебя руки торчат, у тебя руки торчат. Вот здесь можете прятаться, где хотите. Они это никогда в жизни не найдут. Ну классно, блядь. Сосать. А почему? У кого-то есть скример, а у кого-то нету, блин. А не, один раз только. Ой, блядь, выпусти! Кот сидит. Не, Ханська, не туда, не дальше ушли, Ханська. Я не видно. Да, да, дальше мы ушли. Попробуй догони, ебать, Head and Shoulder. Мы все, да? Окей, ясно. Я не знаю. Короче, если Маньяки сейчас находят кого-то, то они находят сразу всех, это пизда. Блядь. Они, походу, не кажутся. А вот здесь. Писик, это жесткая ночка? Ну это типа, я не знаю, не найти. У меня камера в отеле. Ну тебя увидит на карте. Да, только надо узнать, куда, как-то попасть еще. Парни, короче, смотрите. Ищи в шкаф, чтобы зайти в доме. Каждую ночку смотрим вместе и все. Заходите в шкаф. Что же делать-то, блядь? Который нужно в доме найти. Тогда сейчас за прикол. Где? Иди прямо куда ты смотришь. Вниз. Нашел? Ну. Вот сюда, вот иди. Не, давай. Смотрите, вот сюда, вот сюда, вот. Вот ага. Что это должно быть? Ебать. Она сейчас откроется. Ой, нашел! А как она закрылась? Ты ее сам открыл? Да, наверное. А, да ну нахуй. Я спрятался, пиздец. Закрой, брат. Она сама. Хантик, тебе надо другие ручки чекать. Ебать. Давайте, если найдете нас, то, блядь, Гинсуха сосать вам будет, блядь. Бля, я там наебал по-любому со шкафа. Они не найдут, я тогда пыталась сколько раз туда зайти. Давай, смотри. Это тяжело найти, это типа надо знать, как... На втором этаже шкаф. Ищите. На втором этаже шкаф, так ебать. Ну там он... Уверен, что там с Модусом? Надо же понять, что делать с ним, а не просто шкаф найти. Войти в него? Не, нет. Илюха, я видел, ты сделал, что там только войти. Бля, Илюх, нам пизда, походу. Слава, они нашли нас сюда, смотри, самая на выходе телепорт. Выходи, телепорт, бегите из дома, там телепорт. Убегаем из дома. Я в эту карту не играл, я хз, что за дыщи. Все, обратно в телепорт. Ты чё? Нахуй, убегаем.
Бля, вы не ебали? Хуйня полная вообще. Не-не, они правду сказали. Хуй там уже. Все, мы съебались уже нахуй. Реальный кал, бля, мне вообще не нравится маньяк. Типа, только если карты слапать, и все, и так играть. Если что, Бистикс на крыше. Илюха, пошли. Пошли, кто я? Пойду! Я